Зима не за горами. В регионе идет активная подготовка к суровому периоду. Пока одни заготавливаются дровами, продуктами, кормом для сельскохозяйственных животных, в охотничьих хозяйствах обеспечивают пропитанием диких животных – сено, веники и зерновая смесь. Как питаются лесные обитатели, узнавала Наталья Итова. Чтобы пережить зиму, диким животным нужна помощь людей, потому егеря и лесничие готовят содержимое кормушек заранее. Корма заготавливают именно летом – сено, зерновые смеси, березовые веники. Это главный рацион лесных жителей зимой. В зимнее время осуществляются биотехнические мероприятия – это подкормка. То есть в настоящее время в летнее производится заготовка кормов – это кошение сена, заготовка кормовых веников березовых, также закупаются зерноотходы для подкормки в зимний период. Охотхозяйство «Красный Бор» находится в 80 километрах от города. Это живописное место занимает 62 тысячи гектаров. Под охраной находятся тысячи диких животных – маралы, косули и кабаны. Чтобы облегчить их жизнь в зимний период, нужен запас еды. Необходимо заготовить как минимум 20 тысяч веников. Маралы сейчас… Они сейчас подкормкой не занимаемся, они расходятся. Летом, наоборот, более осторожны, потому что у них там маленькие телята, самки очень более осторожны. С ноября месяца начнем подкормкой заниматься. Подкормка животных начинается в ноябре, закончится в конце марта. Наталья Итова, Адиль Нуржанов, служба новостей.